Иволга – одна из самых красивых и заметных птиц, обитающих преимущественно в субтропических зонах Европы и Азии и в тропиках, включая Африку и австралийский континент. Эти пернатые привлекают внимание не только своим ярко-желтым оперением, но и завораживающим пением, напоминающим чистые звуки флейты. Приветствуем, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты об иволге. Золото, именно так в переводе с латинского языка звучит научное название этой птицы. Русское наименование иволги связывают со словом «влага», поскольку славяне издревле считали эту птицу предвестницей дождливой погоды. Известно более 30 разновидностей иволги, разделенных на два больших рода. Самыми распространенными в России являются обыкновенные иволги. Иволга в 2002 году стала птицей года в Республике Беларусь. Увидеть иволгу в дикой природе достаточно сложно, потому что эти пернатые живут преимущественно на верхушках высоких деревьев. Иволги любят воду, поэтому их гнезда всегда располагаются недалеко от рек, озер или болот. Иволги относятся к числу перелетных птиц. Виды, живущие в северных широтах, проводят зиму в теплом африканском климате, улетая в августе и возвращаясь поздней весной. Иволги – быстрые летуны, способные развить скорость до 70 км в час. В честь иволги назван астероид Ореола, открытый в 1910 году. Иволга способна издавать всевозможные звуки и трели. Если птице грозит опасность, она издает резкий неприятный звук, напоминающий кошачье мяуканье. Птенцы иволги, как правило, не имеют яркого оперения и не владеют искусным пением. Иволги, как и кукушки, во множестве поедают вредных для леса волосатых гусениц, которых другие птицы не трогают из-за ядовитых волосков, которыми покрыто их тело. Однако иволги не прочь полакомиться и плодами винограда, ягодами смородины или вишни. По отношению к другим птицам, иволга очень сварлива. Нападает даже на ворон, сорок, соек и других хищников, тревожащих ее гнездо. На этом все. Пишите другие интересные факты об иволгах в комментариях. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!